Всем привет, с вами Герман, и мы продолжаем проходить Лимбо. Не помню, где я остановился. Вроде бы остановился я где-то тут. Я уже вроде бы переплыл через эту речку. Ну ничего, сейчас, если что, переплыву заново. Давай, Лимбо, толкай. Потихоньку, потихоньку, потихоньку. Главное не утонуть. Лимбо по-прежнему не умеет плавать. Прыгай. Отлично. Что нас ждет дальше? Темный лес. Так. Капкан. Ага. Неужели уже паук? Подождите. Серьезно? Мы уже дошли до паука? Мы совсем чуть-чуть играем? А уже дошли до паука. Так, нам нужно сделать так, чтобы... Давай. Раз, два. Давай. Отлично. Капкан упал? Капкан еще не упал. Еще один удар буквально. Я не ожидал, что мы так быстро дойдем до паука. Вот. Вот сейчас он вроде как упал. И сохранение сейчас должно пройти. Дальше все будет... Просто. Давай, давай, двигай его. Ой. Паук, давай. Минус одна нога. Паук. Я тут. Минус вторая. А вот сейчас с этой ногой будет все немного сложнее. Я хотел сказать, что будет сложнее. Я надеюсь, что у него сейчас осталась всего лишь одна нога, и мне не придется опять отрубать ему все эти три ноги. Когда у нас сохранение прошло? Нет. Все придется делать заново. Ну да ладно. Давай. Отходим. Минус одна нога. Я тут. Паук. Я не понимаю, как он нас чувствует. Минус две ноги. Вот сейчас будет сложно. Отлично. Я даже не успел отойти. Он настолько быстро среагировал. Сейчас что-нибудь придумаем. Давай, 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 ползи. Нужно будет отойти подальше. Отлично, минус одна нога. Минус две. А с тобой что делать? Минус одна. Я боюсь этой ноги. Назад, назад. Так, понятно. Еще раз. Назад, назад, назад. Отлично. Все. Паук. Давай, давай. И куда он убежал? Я вообще не понимаю, как паук может убежать, вскарабкаться по дереву. У него осталось всего три ноги из шести. Странно. Ну да ладно. Главное, что мы живы, и мы продвигаемся дальше. Пытаемся найти выход из этого темного леса. Темного и опасного. Так, паутина. Я так понял, что мы все уже застреваем, да? Сейчас придет паук. Да, вот уже паук идет. Наверху, если кто видит, там кокон. Такой похож на замотного человека, который также болтается. Не может выбраться. Эй! Сейчас будет очень такая веселенькая часть. Нужно будет оторваться, вырваться из этого плена. Паук куда-то убежал. Мы раскачиваемся. Давай, нитки, рвитесь. Отлично. Все. Странно, когда мы были без паутины, мы тут застревали. Когда мы сейчас в паутине, то есть получается, паутина на паутину не липнет, да? Хорошо, буду знать. Прыгаем, прыгаем. Камыши растут. Это не к добру. Значит, тут вода будет скоро.
Я это чувствую. Лягушки квакают. Ну или что это может быть? Похоже на лягушек. Тихо. Фух, допрыгнул. Мне сейчас, кажется, очень сильно повезло. Так. Ага, все, понял. Бежим отсюда. Нет, рано бежать. Давай, давай, давай. Катись, катись. Все, бежим. Сейчас нас придавит. Отлично. Как все классно придумано. Так. О, тихо, тихо. Я помню, я помню. Сейчас нужно будет на шаре на этом прыгать. Назад, назад. Интересно, как наш главный герой будет освобождаться от этой паутины? Ведь он не умеет плавать. Тихо, паук. Что делать? Что делать в таких случаях? За нами паук бежит, ползет. Наверное, все нормально, и нам нужно оставаться на камне. Давай, давай, лимба. Отлично, прыгай. Все. Нас паук чуть не поймал. А, вот как мы освободимся от нашего плена. Мы просто зацепимся за ветку, и все само вырвется. У нас осталось на голове небольшое такое перышко, можно сказать. Но я думаю, что оно нам мешать не будет. Наш главный герой смотрит назад, а зря. Нужно было ему смотреть вперед, потому что у него под ногами оказалась ловушка. Так, что-то... Тихо. Понятно. Это делается, наверное, немного не так. Ну ничего, сейчас что-нибудь придумаем. Этот человечек, я уверен, тут не просто так висит. Ага, но тут сразу же убивает. Если я пробегу сюда... Я тут не залезу же? Он не умеет карабкаться, наш главный герой. Нужно подумать, что у нас есть вообще. Тут у нас нет ничего. До этого парня повешенного мы не допрыгнем. Может быть, нам нужно... Оп. Может быть, вот так вот? Нет. Может быть, вот так вот? Головоломка. Головоломка. Не помню уже, на самом деле, как проходить. Если бы я помнил, я, конечно же, прошел бы это все сразу. Что если прям вот на самый конец прыгнуть? И... Ха. Так, прыгаем на самый конец. Отпускай. Все. Отлично. Я не знаю, как у меня это получилось, но у меня это получилось, и хорошо. Идем дальше. Главное, что у меня получилось это. А как получилось, это уже неважно. Свалились. Ну ничего. Давай, давай, прыгай. Отлично. Главное тут допрыгнуть. Давай. Раз. Два. Последний раз. Три. Прыгай. Отлично. Бежим, бежим, бежим. Что же будет дальше? О, теперь тут нам нужно будет прыгать по этим стволам деревьев. Даже не стволам, а пенькам каким-то. Так. Головоломка. Хм. Я даже не знаю, что нужно делать. Что? Ой, нет. Явно не так нужно было это все делать. Сейчас что-нибудь придумаем. Допрыгни, пожалуйста. Прыгай. Прыгай. Отлично. Так. А что если вот так вот сделать? Ага. Раз, два. Отлично. Нет. И просто бог. Так. Раз, два, два. Нет. Фу. Ну, хоть сейчас нам повезло. Прямо перед самым... Прыгаем. Быстрее прыгаем. Нет, нет.
Почему же ты перепрыгнул-то? Ладно. Раз. Два. Что, куда? Подождите. Три. Четыре. Кажется, нужно было сделать по-другому. Раз, два. А, я, кажется, понял. Давай, шар, лети. Нужно его будет перепрыгнуть. Или нет, или да. А я могу, допустим, повиснуть? Да, повиснуть я могу. А спасет ли меня это? Давайте попробуем. Хоп, давай, повисни. Спасло. Головоломка. А если просто быстро прыгать? Успею? Нет, не успел уже. Обратно я не запрыгну, да? Сюда, если я... Раз. Обратно. Ну, конечно, я не запрыгну. Ладно. Я думаю, что тут нужно заканчивать. Может быть, серия получилась и короткая. Но в следующей серии я уже попробую как-нибудь додумать, посмотреть, как это все нужно сделать. И мы продолжим. С вами был Герман. Всем пока.